Магазины, супермаркеты и торговые салоны, расположенные на первых этажах многоэтажек, в зоне особого внимания. Это касается домов с завышенными показателями за общедомовые нужды, как здесь, в девятиэтажке на Герцена, 94. Специальной комиссии предстоит узнать, не перекладывают ли здесь оплату своих счетов на плечи жильцов этого дома. Проверят и исправность счетчиков, которая тоже может стать причиной сбоя в начислениях. Здесь все оказалось в порядке, значит, причину больших начислений за ОДН будут искать в другом. Работа по снижению высоких начислений за общедомовые нужды в Альметьевске проходит активно. Специальные мобильные группы инспектируют дома с завышенными показателями. Они проверяют счетчики в тех квартирах, где жители сдают нулевые показания. Также специалисты проверяют целостность счетчиков. А еще составляют реестры и проверяют нежилые помещения в многоэтажных домах. Дома по ОДН мы обошли в субботу, в воскресенье ходили мы. Вот это, нашли мы какие-то эти самые, так скажем, просроченные счетчики. Счетчик, в общем-то, не крутится. В общем, вот на такие эти мы составили акт. А вот в этом магазине не все оказалось так гладко. Счетчик на горячую воду не работает вообще. Пока обходится предупреждением и просит срочно установить новый прибор учета. Эксперты отмечают, главное, что такая работа медленно, но верно дает результаты. В апреле в городе насчитали, что 16 домов, где ОДН превышает норму на 20%. Это на 17 меньше, чем в марте. По горячей воде в неприглядном рейтинге лидируют 83 многоэтажки. Месяцем ранее их было 102. Еще одним нововведением месяца стала установка ящиков для сбора показаний. Как мы уже сообщали ранее, должны передавать показания своих счетчиков альметьевцы с 15 по 20 число каждого месяца. Сделать это несложно. Нужно записать показания приборов учета на бланк, прикрепленный к платежкам, и опустить в почтовый ящик, установленный в вашем подъезде. В домах, где специальные ящики установлены не были, вывешены реестры. Жителям этих домов нужно самостоятельно вписать показания счетчиков в реестр. Тем же, кто привык оплачивать коммуналку по интернету, действовать нужно по той же схеме: оторвать бланк от квитанции, заполнить и опустить в почтовый ящик, либо записать данные в реестр. Напомним также, по телефону показания приборов учета приниматься больше не будут. Елена Марданшина, Илька Махмедзянов, Альметьевск ТВ.